Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер один на странице 91 учебника математики для 3 класса автора Маро. Узнай, что больше и насколько: произведение чисел 151 и 6 или произведение чисел 161 и 5. Найдем сначала произведение 151 и 6. 151 умножим на 6. 100 на 6 – 600. 50 на 6 – 300. 600 плюс 300 – 900. 1 на 6 – 6. 906. Теперь найдем произведение 161 и 5. 161 умножим на 5. 100 на 5 – 500. 60 на 5 – 300. 500 плюс 300 – 800. 1 умножить на 5 – 5. 805. Произведение чисел 151 и 6 больше, чем произведение чисел 161 и 5. Чтобы узнать, насколько, вычтем из 906 805. 900 минус 800 – 100, 6 минус 5 – 1 на 101. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.